Всем привет, друзья! Мы продолжаем проходить метро Храм 2033. надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Так вот, продолжаем играть в метро 2033. Вот, и я так думаю, мы уже заканчиваем. Мне сюда? Вот и все. Забирайся. Ну давай тогда, Хан, удачи. Спасибо тебе за то, что был. Давай, Хан, жизни, здоровья. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. И тебе, До Хан, не встречи, хворать. Артем. И удачи тебе. Взаимно. Так. Продолжаем. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера, но он нашел меня первым. Артем, паутину не хочешь спалить? Зажигалку. А может, противогаз оденем, не? Так, продолжаем. Вот, так лучше. Продолжаем проходить метро. Вот, а точнее, заканчивать его проходить, как мне написали в комментариях. Так, оружие у нас есть. Я так понимаю, оружие нам сейчас не нужно, да? Так, а нам сейчас куда? Вперед? Стой, проход запрещен. Да ну... Стой, кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься, это человек. Выключи свет. Ну Артем да. Идет. Выглядишь ты по-человечески, это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Хорошо. Здорово, хлопцы. Что, как вы? Все нормально? Радиация вам как? Не мешает? Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Понял, понял, брат. Просто дружеский совет. Да хорошо, я же не какой-то там дегенерат. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. А у нас есть документы? Лицом к стене! Обыск! Да хватит, отстаньте, противные! Я не такой! Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Всегда готов. А скажите, док... Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. За что? Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Покажите ублюдков! Тупица! Побежали. Аптечка, Артём. За мной! Налево, куда?
Все, ГГ. А, ну да. Поосторожней, тупица! Сюда! А за что она? За мной! Слева! Сейчас не понял. Поосторожнее, тупица! А за что нас? Я не верю в Бога, но в тот день за меня больше некому было вступиться, и меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер, только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Не. Как только наберут полный состав пушечного мяса... Так, погодите, что-то мне тихо, я у себя прибавлю звук. Сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как Добро. Только поезд минует блокпосты, ты свободен. Добро. Так, Эндрю, можно у тебя что-то полутать? Да ну на! Так, ну этот лучше. Давай, давайте этот попробуем, а? Книжками Таро. Ну давайте этот дробовик попробуем, друзья. Так, а куда нам? Собственно говоря. Сюда можно только по пропуску. Да, я понял. Убирайся, болван. Да, все, я не нарываюсь, все. Сам ты болван. Тварь. Говорят, кто-то проник снаружи, на одну из станций красной линии. Ничего, КБ не дремлет, парня выловит до вечера. Да, да. Можешь осмотреть магазины, купить что тебе надо, но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Магазин. Вы так понял, местные бандиты, да? Обмен патронов. Рекомендации лучших специалистов. Ну, все понял. Но мне интересует. Аптечки, фильтры, наш. Оружие интересует. Сравни так. Свою пукалку с моей волыной. Тоже мне. Сравни свою пукалку с моей вол... Ну и ладно. Так, не. Сравни свою пукалку так, с моей револьвер волыной. С прикладом. И глушителем. За 113 у меня 108. Ну, я на самом деле поменял револьвер. На самом деле. А старый свой агрегат можешь отдать бедным. Револьвер с прикладом и оптикой.
Последняя работа Калашникова. Ручная! Место дробовика. Не. Зачем тебе такой шлак? У тебя уса... Дай пять. В смысле, руку. Я что сейчас делал, друзья? Ну и ладно. А ты именно такие любишь, да? Может, что-нибудь другое посмотришь? Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Так, ну раз мы уже меняем оружие... Это воздушка, да, я так понял? Мы поменяли на воздушку. Бля, нахер надо было это? Ладно. Бабла у тебя не хватит. Иди заработай сначала. Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Так. Добавляем оптического прицела. Из этого оружия можно свести вору. За что? За шагу. Последняя работа Калашникова. Ручная. Я бы... Заткнись. Я бы взял вот этот револьвер. Я бы его взял, этот револьвер. А старый свой агрегат можешь отдать бедным. У вас, гражданин, и у самого такой. Так что вам тихо. Это без разницы. Ну, если настаиваете. Так, хорошо. Ну и ладно. Ладно, мы какую-то оружку с вами приобрели. Обмен валюты, лучший курс. Так, стрелы. Нам нахер нужны стрелы, поэтому... Продать. Эй, у тебя такого калибра-то нет? Так, пули. Отличная сделка. Так, а ну-ка. А ты именно такие любишь, да? Может, что-нибудь другое посмотришь? Бабла у тебя... Все равно не хватает, ладно. Ну, как хочешь. Ладно, друзья, приобрели, да и приобрели, пойдем. Продаю. Лучшие пушки от лучших мастеров. Пойдемте дальше, собственно говоря. Все нормально, мужики, он со мной. Воздушку мы с вами приобрели. В яму. Какую яму? А, в эту, что ли? Артём, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Да, вижу. Ну так что, мужики? Двинули, а? Да, двинули. И тут книга метро. Везде книжки метро. Ах, Андрюх, а там вообще как, безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагон СВ. Но если он останется на станции, он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Да, я просто держал. Я... Мужики, я... Тут не на курорт приехал. Подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Я же не на курорт сюда приехал. Я ж... Внимание. По заданию. Всем военнослужащим проверить... Здравствуйте, Сергей Сергеевич. У меня тут пацан из местных. Рвется сражаться. Идейный боец. Идейные товарищи нам всегда нужны. Отлично, сынок. Прикажу выдать тебе форму и оружие немедленно. Полезай в огонь. Гражданским лицам воспрещается садиться на поезд
без письменного разрешения комиссара. Марш, марш на фарш. Вот и вся воинская слава. Да у свиней на бойне смерть осмысленнее. А также иными путями проникнуть на состав считаются изменой так. И будут жестоко караться. Артемка. Все по местам. Ну что, поехали? Артем, держись крепче. Отряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших... Деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ну и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Ишь как тут. Глава четвертая. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Да, верно, Артём. На бой кровавый, вся таких погибы, марш, марш, вперёд, рабочий народ. Ой, Артемка, тебя потеряли. Артем, тебя трошки потеряли. Воздушка. Да. Я так понимаю, сейчас воевать будем. Ай-яй-яй. Идем на фронт, давай. Родина будет вами гордиться, я это знаю. Будущее мертвое. Так, я так понял, их надо всех перестрелять, что ли?
Артём, присядь. Да реально, это воздушка. Она мне очень нравится. Эти жертвы необходимы, иначе меня убьют. Не, слушайте, воздушка реально, она прикольная. Вот для то, что доктор прописал. Так. Все, никого не осталось. Можно спокойно идти. Так, ну это калаш у нас такой же есть. Потуши огонь. Ай-яй-яй, больно. Артём, на позицию. Артёмушка. Где он, собака? Так, возьмем-ка. Вижу. Одновременно прям попали. Друг друга, так. Нам надо вперед. Сядь, Артём. Так. А у нас, друзья, сегодня патронов-то закончились. Предлагаю
сделать вот так. Воздушечки. Вот, кстати, еще одна воздушка. Так, и нам с вами да не есть как бы куда. Фонарики могу, могу. А огонь тушить могу, не могу. Так, и мне куда? Мне говорят, что прямо. Но прямо как прямо? Это другое дело. Без понятия, куда я стреляю. Понял, понял, все, все. Артём, сядь. Нам говорится куда-то сюда. Ну, пойдемте. Мы же пойдем сейчас с вами. А действительно, куда мы? Наверх залезть? Да, прекратить, пацаны. Реально, может залезть наверх? Так, пацаны, не бей. Пересечь линию фронта. Как я вам ее пересеку? Ну, смотрите, друзья, мы можем сейчас... Наверное, будет лучший вариант помереть, наверное, да? Но мы же сюда никак не допрыгнем. А если угнать тележку, не стрелять? Артём, слезь.
Выключи фонарь. А, ну здесь конечно. Артём. А как? Куда, то есть? Куда мы? Ну, я вижу вариант залезть на крышу. Так, давайте, погодите. Ты меня трошка задолбал. А ты откуда, собака? Так, предлагаю не отвлекаться на этих упырей и пытаться как-то пересечь линию фронта. Ну, вариант только по крыше поезда. Потому что в сам поезд мы можем залезть, но... Да, вариант только остается по крыше. Пацаны, не бейте, пацаны. Последняя аптечка. Я могу как-то... Так. Артёмушка. Всё. Как пройти линию фронта? Хотим на фронт вставать. Родина будет вами гордиться, я это знаю. Будущее метрополитена имени Владимира Ильича Ленина в ваших руках. Запивай! Так нам заплатят или нет? Маркс говорил, что экономика важнее идеологии. Хватит ныть! Мы платим патронами и платим вперед. Но надеемся, что вы проявите себя сознательными бойцами. Так. И истратите патроны на врагов. Так, друзья, как нам... Этот метрополитен, только партия спасет человечество. Под кумачевым стягом красной линии соберутся все отверженные, все несчастные, бедняки, рабочие, бездомные. Только партия покажет нам свет в конце туннеля. Марксизм-ленинизм говорит... Скажите, а что марксизм-ленинизм говорит о головых мутантах из Филевской линии? Ну, вопрос-то жизненный. Это сам... Капец, как ты близко. Ну-ка, мой калаш.
Так, здесь уже нашу воздушечку. Применим. Да высунься. Наконец-таки. Помер. Так, я единственное не пойму, как нам... Так, ну качать воздушку не буду пока что. Артемушка, беги. Так, ну, вариант один. Перестрелять, друзья, всех. Другого варианта я не вижу просто. Потратить Керову кучу патронов. Так, где, во-первых, ты? Во-вторых, Артёмок, во-вторых, Артёмка, встань. Или дождаться, пока они там за это. Где я? Вставай, проклятием заклеменный. Так нам заплатят или нет? Маркс говорил, что экономика важнее идеологии. Знаете, давайте как сделаем. Давайте подождем, пока они просто закончат и разговор. И попробуем как-то... По стелсу, короче говоря, попробуем пройти. Патроны на врагов! Так точно, товарищ комиссар!
поможет нам найти верный путь во тьме туннелей. Лишь имя Ленина освещает этот метрополитен. Только партия спасет человечество. Под Кумачевым стягом красной линии соберутся все отверженные, все несчастные, бедняки, рабочие, бездомные. Только партия покажет нам свет в конце туннеля. Марксизм-ленинизм говорит... Скажите, а что марксизм-ленинизм говорит о безголовых мутантах с Филевской линии? Ну, вопрос-то жизненный. Это самое... говори. Тишина! Строимся! Все за мной! Вот она моя получка. Боюсь, только надолго этого не хватит. И помрем мы нищими. Так все, хватит! Довольно болтовни! Подъем! Строится! Так, ладно, давайте здесь посидим. Я просто, друзья, не понимаю. Как пройти? Ищ коммунистическое учение. Учение света поможет нам найти верный путь во тьме туннелей. Лишь имя Ленина освещает этот метрополитен. Только партия спасет человечество. Под Кумачевым стягом красной линии соберутся все отверженные, все несчастные, бедняки. Давайте пойдем пока сюда. Слышу, как пули летят. Тушил фонари. Но мне в любом случае их надо будет убить. Или пройти скрытно. Но я просто не представляю, как тут пройти скрытно. Ну, давайте пытаться.
Ладно, мы уже срали скрытность, так понял. Берем калаш. И скажите, как мне здесь? Ничего сейчас не понял. Так, ладно, давайте попробуем мы. Во-первых, вот так. С воздушки сейчас попробуем. Так. Не помер, что ли? Ясно. Идем на штурм. Все. Хватит. Слушайте, а может туда гранатку закинуть, а? И давайте сзади расстреляем. Лежать, скотина. Вот и все. Так, гранатку. Артемка, гранатку не хочешь подобрать, нет? Вот, меня интересует одно. Так, а это уже тут... воздушечки. Следующий. Так, секунду.
Следующий. Не, все, не будет больше. Сохранение прошло отлично. Так, вижу гада. Вот, наверное, мы на сегодня и закончим. Сейчас убьем этого упыря. Где ты, гнида? Где ты, покажись. Вижу тебя. Так, ну тут я все гранаты рассыпал. Ну, значит, друзья, смотрите. На этом я буду предлагать заканчивать. Встретимся с вами в следующей серии. Вот сложная локация, очень сложная. Локация, она прям охренеть какая сложная. Тут или по стелсу надо было бы, или что, я вообще не понимаю. Вот, ну, в любом случае, мы уже начали штурмовать. Поэтому все, на этом, друзья, все. Всем огромное спасибо за внимание, всем удачи и всем пока. До новых встреч.